Итак, друзья, у нас новый блинчик от компании Юнжэнь. И на этот раз это не шу, а шэн. Причем это мини-блинчик, 100-граммовочка. Он сделан из сырья 2015 года. Не удивляйтесь, сзади тут написано 2018. Это год прессовки. Собственно, он уже успел неплохо вылежаться. Это видно по его сырью. Потемнел изрядно. По вкусу он компотный, немножко с дымной ноткой, очень плотный такой, маслянистый, насыщенный. И если заварить покрепче, там есть горчинка, которая сразу же возвращается обратной сладостью. Он имеет такой эффект немножко пьянящий, достаточно долго держит пролив и при этом не резко воздействует на желудок. Но опять же, смотря как сильно заварить, но за счет выдержанности он уже достаточно смягчился, сбалансировался. Стало больше именно вот этих фруктовых, компотных ноток, нежели чем цветочных. Так, мы видим крупное сырье, достаточно мощное, мощные листочки. Здесь видно, что он уже достаточно выдержанный, часть листочков потемнела существенно, при этом сырье достаточно однородное. А еще в этом блинчике хорошо то, что он поставляется вот в таких вот коробках, в которых их по 5 штук, то есть 500 грамм, одна такая коробочка, если в подарок или в личную коллекцию, очень хорошо.